Всем добрый день. Ну вот прошло 3 месяца с момента, как я начала выращивать стрептокарпус для выставочного цветения по методике Павла Еникеева. Как видно, уже образовались бутоны. Вот уже зацвел первый цветочек. Вот здесь еще 2 цветоноса. Не сказала бы, что он уже цветет букетно, пока он цветет по одному цветочку. Листья подросли. Корневая система у него тоже хорошо развелась. Думаю, что его можно будет уже пересадить из горшочка 9 сантиметров горшочек 11 либо 12. Вот здесь я приготовила горшки и столкнулась с одной такой маленькой проблемкой. У меня было 2 горшка. Один было указано 11,5 сантиметров. Во втором было указано, что он 12 сантиметров. Но когда я их сравнила, оказалось, что диаметром они абсолютно одинаковые. И мало того, что они одинаковые, так они еще и меньше заявленных сантиметров. Вот здесь как бы получается, если по внутреннему краю 11 сантиметров, а здесь 10,5. Также и с другими горшками. Вот тут указано 12 сантиметров, а на самом деле точно так же 11,5, и даже если учесть то, что там он сужается, имеет выемку внутри, то он еще меньше. И вот еще один экземпляр. Тоже пишут 12 сантиметров. Но на самом деле он 11 и даже гораздо меньше. Поэтому мы будем сажать цветок как бы в горшок 11 сантиметров. Где написано, что 12. Ну, вот в таком состоянии у нас сейчас цветочек. 3 месяца ему. Ну, надеюсь, что на 4-й месяц он все-таки будет цвести не по одному цветку, а зацветет букетом. Осталось подождать нам 1 месяц, и мы сделаем выводы.